Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в проекте Joomla Sensei, и это 53-й урок. В этом уроке я хочу вам показать способ от воровства вашего контента. Конечно же, вы должны сами писать ваши статьи, ниоткуда их не копировать. Если вы откуда-то тоже копируете, то в этом смысла нет. Что я хочу вам предложить в этом уроке? Есть специальный плагин, который позволяет человеку скопировать ваш контент, но при этом он к скопированному контенту подставляет ваши, так сказать, копирайты, да? Любой ваш текст и, например, адрес сайта на источник, то есть на вас. Когда я говорю копировать контент, я подразумеваю ваш уникальный текст. И на демо-сайте я поставил плагин этот, чтобы вам продемонстрировать, что получится. Смотрите, вот я сейчас пытаюсь, например, скопировать вот этот текст, копирую и помещаю в блокнот. И что вы видите? К концу текста скопированного подставляется автоматически вот этот текст. То есть тут текст любой может быть, который вы напишете, и адрес. То есть я подписал источник и свой адрес. То есть то же самое подставится, если человек вставит это на свой сайт. Если вы поставите этот плагин, гарантий, конечно, никаких нет. Вот что произойдет, когда человек увидит данный текст, который подставился. Первое. Он просто вот так удалит его и текст оставит. С этим ничего не поделаешь. Второе. Он может не заметить, что здесь что-то подставилось. И третье. Порядочный человек. Ему, конечно же, будет лень вставлять сюда какие-то данные на вас. Но если он это увидит, что здесь уже подставляется, он это не тронет, оставит как есть. Из уважения к вам, как к автору, он оставит данный текст. Устанавливать данный плагин себе решать вам. Я вам сейчас покажу его настроечки. У него там настроек практически нет, но давайте все-таки поставим его на наш сайт. Данный плагин вы сможете скачать на моем сайте, ссылочка будет под этим видео. Я зашел в админку своего сайта и устанавливаю данный плагин. Плагин у нас установился, переходим в расширение менеджер плагинов, отсортируем, заходим в этот плагин, вот его название, сразу его включаем и переходим на вторую вкладку опции. Первая опция — поле. Вы здесь пишете любой свой текст. Ваши копирайты, да? Вначале только здесь перед текстом нажмите на пробел, а потом вносите свой текст. Пробел нужен, чтобы был отступ от скопированного текста немного. Чтобы он не прилипал к точке, например, или к последней букве. Ну и здесь потом пишите все, что хотите. И здесь еще есть вот такой вот лимит текста по умолчанию 20. Что это такое? Так, давайте сохранимся. Обновим сайт. Смотрите, если я скопирую меньше 20 символов, как указано здесь, при этом не подставятся копирайты. То есть, если вам это нужно, то есть человек мог, я не знаю, что-то скопировать, одно слово, например. Давайте проверим. Я подставил, видите, слово, и у меня копирайты не подставились. Если я копирую больше 20 символов, то вы видите, в конце подставляется источник. Если вам это не нужно, вы здесь ставите единицу, то есть если человек скопирует только одну букву, все равно подставятся ваши копирайты, да? Давайте обновимся и проверим. Копирую только букву В. Вот видите, я скопировал В и подставился наше значение. Вот и все, в принципе, об этом плагине. Решайте сами, нужен вам он или нет. На этом я с вами прощаюсь и увидимся в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с Joomla или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете.
Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто впишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.